Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам продемонстрировать работу новых генеративных заливок в Adobe Photoshop, а именно это встроенные нейросети, которые у нас есть с вами в Adobe Photoshop. Хочу сразу предупредить, если вы вдруг полезете смотреть их у себя, они есть только в бета-версии. Вот посмотрите, совсем другой значок. Не классический такой вот синенький, а вот он другой. Только в бета-версии, которую можно установить с официального сайта, вы ее найдете. Как с ней работать и что делать? Ну вот смотрите, у меня, например, есть девочка. Ну, нету девочки, да, ничего нету. Давайте такую откроем тогда. Вот у меня есть картинка. И здесь немножечко по-другому, видите, они сделали панельку, которая есть. Ее можно очень удобно закрепить в каком-то месте, чтобы она вам не мешалась. Вот здесь есть положение панели булавки. И тогда она у вас не будет никуда перескакивать. Часто это очень удобный формат, крайне рекомендую. Давайте посмотрим, что же такое генеративные заливки и как с ними работать. Мы выделяем с вами какую-то область нашего, ну, в данном случае эскиза. И пишем генеративная заливка. Я, если честно, не пробовала писать по-русски. Давайте попробуем. Коричневые волосы. Если получится, то хорошо. Если нет, то тогда будем писать по-английски, потому что я не уверена. Вот, видите? Сгенерированные уже были удалены, поскольку они нарушают правила. Ну, я думаю, что, скорее всего, brown hair, это из-за того, что я написала по-русски. Нет, тоже ругается. Хорошо. Ну, я поняла, хорошо. Давайте тогда попробуем поменять рукав, потому что на другой девочке у меня все хорошо работало, на этой что-то не очень хочет. Давайте. Что у нас? Violet sleeve. Violet sleeve. Возможно, сейчас опять будет ругаться, с нее останется. Вот. Ну, давайте посмотрим, сможет она сделать или нет. То есть я попросила сделать... Во, фиолетовый рукав. Смотрите, как интересно. Давайте вторую сделаем. Я выбираю то, что у меня является рукавом. И тоже ей пишу Violet sleeve. Violet sleeve. Вот. Посмотрим, как она среагирует. Странно, что она мне не перекрасила волосы. Это очень странно, правда. Но она, ну вот, генеративная заливка, немножечко, конечно, себя иногда ведет совершенно вот не оно. Поэтому мы сейчас попробуем. Попробуем подобрать то сочетание, которое нам будет давать хорошо. Они работают не идеально, потому что я тоже видела и в YouTube, и в Инстаграме, как много всяких разнообразных вещей делают, но при этом вот да, вот да. При этом, как правило, хорошо делаются, ну вот, например, губы, да. Давайте мы попробуем, сделаем, например, генеративной заливкой Violet Lips. Пишу по-английски, потому что по-русски она не хочет понимать. Ну, ничего страшного. В принципе, должна она меня понять. Думает долго. Это тоже нужно учитывать, то есть не ведитесь на то, что она делает. И она на каждое вот это изменение создает дополнительный генеративный слой. То есть то, что она сделала, оно не применяется к основному изображению, а оно именно у нас с вами на дополнительном слое. Сейчас она закончит думать. Думать она будет действительно очень долго, поэтому тут надо набраться терпения. Во, Violet Lip. Ну, получилось. То есть было вот так. Стало вот так. То есть смотрите, как она это сделала. Также вот и с рукавом у меня, например, было так, стало так. Не убрала она мою оригинальную картинку, она лишь добавила дополнительный слой, на котором есть. И вот смотрите, даже есть варианты, которые она нам предлагает. Ну-ка, с рукавом ты мне что-нибудь предлагаешь интересное? О, смотрите, как интересно. То есть здесь она мне еще предлагает что-нибудь такое.
Эх. Ну, два одинаковых не очень получается. Вот. Но все равно она еще предлагает разные варианты. Давайте попробуем, ну, коль мы начали делать фиолетовое, вот выберем вот эту часть и попросим ее сделать фиолетовую юбку. Вот так вот мы сейчас выберем то, что с ногами вроде как у нас тут. Вот, и, пожалуйста, мне на это место сделай violet skirt. Посмотрим. Сообразит она, не сообразит, сделает. То есть она должна сейчас ноги по-хорошему закрыть юбкой. То есть помимо того, что она генерирует ну, на изображение что-то новое, она еще дополнительно вот... Мы сейчас еще попробуем, может быть, какую-нибудь сумочку или... Не знаю, я пыталась нарисовать корону в другом варианте. Мне сказала, что нельзя, видимо, нельзя короны людям добавлять. Хотя я имела в виду диадемку, но нарисую что-нибудь на волосах. Но вот она не стала. Поэтому угу. Что-то вот она такое придумала. Смотрите, то есть она увидела, что платье, и начала вокруг этого платья тоже там что-то такое мудрить. В принципе, достаточно интересный вариант, учитывая то, что было вот так. А она предлагает вот такой вариант. То есть как бы что-то такое интересное она делает. Что мы еще можем ей предложить? Давайте ей сюда сделаем сумочку. Напишу просто back, посмотрим, что она мне предложит. Если вдруг вы не владеете английским, Google Translate вам в помощь. Открываете Google Translate, Google Translate забиваете все, что вы хотите и смотрите. Но что-то надо генеративный слой. Вот, смотрите, она разные сумочки может в руках держать. То есть вот так вот. Что еще мы ей можем сделать? Ну, не знаю. Давайте мы ей сделаем... Вот так, сейчас я обрисую. Посмотрим, как это сейчас там сделается. Например, вот. Вот это мы добавим. Хочу сделать морской пейзаж. Ну, почему нет? Sea view. Или можно сделать, наоборот, sky. Sky, давайте. Sky. Облака. Сделает она, не сделает. Это очень интересно. Но достаточно такая... Интересная работа. Смотрим. Конечно, классно, что, помимо всего прочего, она выдает еще варианты. Это вариант Adobe нарисить. Ого! Ого! Что она мне придумала. В общем-то... Так, а если я сейчас возьму вот этот слой, на нем выделю объект. Вот, скопирую ее на новый слой и помещу вот сюда. Давайте посмотрим, что получится. Вот такая вот интересная мадама с крыльями. Здесь только у рукава надо, видимо, корректировать, потому что здесь маска у нас с вами есть. Слой маска, ее нужно корректировать. Но она мой запрос по поводу облаков поняла вот таким образом интересным и нарисовала мне, а вот так вот, кстати, вполне себе ничего. Ну и давайте тогда на фон ей дадим травку. Здесь уже ваша фантазия идет. Если она сейчас зелененьким даст, то будет достаточно интересно. Вот, и тоже расположение слоев. Вот эту вот маску, ее можно корректировать. И, соответственно, все вот эти белые части убрать. Это все можно сделать. О, какая трава у меня получается. Такая прям трава-трава. Трым-трава зелененькая. Вот. Вот такая интересная штука получилась. При этом, смотрите,
Что я хочу показать? У нас с вами полностью сохранено базовое изображение. Она никуда его не делала, она все с ним сделала. И вот мы добавили с вами рукавчики. Вот мы добавили юбочку. Вот мы в руку губы ей переделали. Вот мы вложили в сумочку. И вот мы уже добавили фон. И мы добавили, соответственно... Кстати, что-то она в итоге сделала с прической. Она когда делала мне фон неба, она что-то там намудрила в районе прически. И тоже это как-то вот по-другому стало смотреться. Вот такая история с генеративными заливками. Я знаю, что многие показывают, как там что-то добавляют. Давайте попробуем открыть другое изображение. Ну, например, у меня вот здесь вот есть... Вот как раз девочки, на которых я пыталась делать одежду, именно пыталась. Потому что когда мы берем девочку, например, я ей вот так обвожу ноги и говорю, создай мне, пожалуйста, ботинки. Ну, как бы просто ботинки. То у программы, у фотошопа начинаются там такие вольности, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Получается три ноги, например. Такое бывает. Сейчас мы попросим ее еще раз создать ботинки. И вот с ботинками почему-то у нее прям просто заклин. О, создала хорошие кеды. Смотрите, как удачно. Вот она предлагает разные вариации. Потому что но ноги то три, то две, то одна. Ну вот, наверное, вот эти самые удачные. Давайте тогда попросим ее, раз все хорошо пошло, сюда сделать джинсы. Ой, что-то я там накривила с выделением, выделяю мышкой. Все накривилось. Так, давайте посмотрим. Создадим джинсы. Может быть, у меня получится красиво одеть девочку. Потому что в прошлый раз она мне создавала по три ноги. Это было, конечно, феерично. Сейчас посмотрим. Здесь будут тоже несколько разных вариантов. Я надеюсь, то, что она поняла, что это у нас девочка, что она с ногами. О, смотрите. Даже разные вариации джинсиков. То есть то, что можно выбрать. Давайте тогда попросим ее создать. Коль у нас желтые джинсы, давайте попросим создать желтый топ. Озвучу просто, что я пишу. Чтобы было, понимаем, то, что у нас здесь какие-то штуки такие. Ну, я должна что-то найти. Конечно, работа дизайнера теперь смотрится по-другому, правда? Потому что не надо это долго и упорно вживлять в Photoshop. Можно сделать вот так. Еще просила желтый. Почему голубой-то? Но тяжело ей пока. Вот такой вот желтый на стоп. И давайте вот все-таки я попробую. Потому что один раз у меня получилось. Надеюсь, сейчас тоже получится. Она очень это делает... нестабильно и упрямо. Например, blonde hair. Или red hair. Нет, blonde, больше хочу. Blonde. В прошлый раз у меня хорошо получилось. В этот раз она каждый раз что-то новое придумывает. Не могу сказать, что получится. Вот. Но вот девочка, которая... Это, конечно, видно, что это сгенерировано, я не спорю. Вот, смотрите, она разные варианты предлагает. Ну, вполне себе. Надо отдать должное, вполне себе. То есть вот из такого исходника мы одели ей кроссовочки, мы одели ей блонд, мы одели ей топ и, соответственно, джинсы. Получился совсем по-другому. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и эмоциями в комментариях, потому что для меня нейросети, конечно, стали большим открытием, а то, что Photoshop это внедряет, я читала новости по разработке компании Adobe, они будут заниматься активно генеративными заливками и вот нейросетями, то, что как раз позволяет это все создавать. Я уверена, что будут большие разработки, сейчас это все находится в стадии обучения, это бета-версии программ, то есть это не основная версия, поэтому там это не работает. Так что можно сделать. Есть пока еще много недоработок, но то, что она уже сама автоматом делает такие штуки, то есть то, что вот мы и здесь с вами сделали, и здесь с вами сделали, это, конечно, просто потрясающе. Пишите,
спрашивайте, давайте вместе изучать, вместе смотреть. Я уже столько лет работаю в программах, и каждый год, каждый раз постоянно что-то новое. Нужно постоянно бежать, смотреть. Конечно, открытием этого года для меня стало не 3D, который я начала учить, а именно нейросети, в которой я просто утонула, потому что это потрясающие вещи. Все, что вам интересно, пишите, я буду рассказывать. А на этом все. Не забывайте подписаться, потому что буду вам рассказывать о тех новинках, которые происходят у нас, связанные с миром моды и дизайна, и как это все мы будем употреблять в программах и так далее. Всем пока-пока. Не забывайте поставить колокольчик, подписаться на канал и, конечно же, оставить комментарии.